И представляем, набор посуды сказка. Это действительно настоящая сказка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плюс крышки входят в комплекте. Всего 12 предметов. Из нержавеющей стали многослойным капсульным дном, уважаемые телезрители. Вы получаете прекрасный набор посуды. Вы только вдумайтесь. 12 предметов. Да. Все самые необходимые объемы кастрюль. И самое важное, что это нержавеющая сталь. Почему это важно, Олег? Это важно, потому что это безопасно, это долговечно, еще раз хотел сказать, и это самый полный набор, то есть вам не надо отдельно покупать, только на телеканале Shop & Show. Полный комплект, дорогие друзья, настоящей посуды, сказка из нержавеющей стали. А еще все сюрпризы в нашем прямом эфире для вас. От Олега Сотникова на Shop & Show. И самое главное, в рубрике «Кухня» на Shop & Show Олег делится рецептами, и мы тестируем набор посуды. Набор посуды, сказка. О, слушай, боже, что ты опять готовишь? Бензин. Я не могу угомониться, потому что мне надо показать бензин. Посмотрите, я раскалил бензин. Я хочу показать вам, что здесь настоящая антипригодность. Пригарное покрытие, которое легко может выдержать любую температуру. Вы знаете, что огонь, а здесь температура 500 градусов, дорогие телезрители. Да у нас же сейчас облезет все покрытие. Нет, с ней ничего не произойдет. Это покрытие долговечно, дорогие телезрители. Ну-ка давай показывай, что ничего не произошло. Я боюсь, я переживаю. Мне хочется увидеть, как же теперь выглядит наша сковорода изнутри. Вы знаете, вот такой пожар устроил. Я не знаю, это опасно. Опять, наверное, придут пожарные, потому что у нас, если срабатывает сигнализация... Слушай, то... но я сейчас это легко надо высыпаю. Надо закрыть, да, кислород перекрываем. Слушай, нет, мы будем, знаешь что, я показывать буду нашим... Здесь уже сжигать. Смотрите, все что сгорело. Я делаю. Смотрите. Посмотрите. Видите, что настоящий огонь. Да. Что ничего не произошло. Смотрите, я протираю. Ну-ка. Она абсолютно чистая. Посмотрите, какое испытание проводим мы с посудой. Абсолютно не изменилось, не испортилось. И вы будете уверены, конечно, я вас не призываю что-то жечь, вот такой устраивать огонь, но вы будете уверены, что бы вы ни готовили, покрытие внутреннее, которое защищает нашу посуду, защищает наши продукты, оно не испортится. И причем, Олег, ты как мало масла налил. Я мало масла долил. Ты знаешь, всегда я люблю готовить чуть-чуть с маслом, если честно. Но всегда повара немножко капризные, они добавляют масло. Для чего я добавляю, дорогие друзья, телезрители? Здесь антипригарное качественное покрытие, чтобы создало корочку. Никогда ничего не пригорит. Ой, как я люблю корочку. И наши дорогие телезрители любят вкусные, аппетитные блюда с корочкой. На нашем наборе можно готовить такие блюда. Совершенно верно. Кстати, наш набор можно и готовить не только соусные блюда, потому что в комплекте, еще раз напоминаю, входит вот этот сотейник, прекрасный с антипригарным покрытием. И, конечно же, вся посуда, начиная от ковша. Давайте посмотрим набор посуды, сказка. Что же вы получаете? Итак, что вы получаете? Внимание. Итак, внимание, сковорода, сотейник, который можно использовать как противень, великолепный ковш, который можно отварить кашу, приготовить, конечно же, пюре, приготовить, конечно же, кашу можно. И в этой кастрюле объемом 2,2 литра. Конечно же, 3 литра, следующая кастрюля из нержавеющей стали, 4 литра и большая 6,5 литров, уважаемые телезрители, вы представляете? Вы посмотрите, какая красота, и посмотрите, вы можете пользоваться этим набором. Вы знаете, что я хочу сказать? Да. У меня, например, дома кастрюли есть разные. Разбросаны. Из разных наборов. Да, есть какая-то одна любимая, старенькая. Она такая красного цвета. Но она не очень подходит к остальным моим наборам. А как приятно. Вы посмотрите, у вас абсолютно все ваши... А вся посуда одинаково выполнена в одном абсолютно дизайне. И посмотрите, как красиво выглядит. Вы можете вот так, вот таким образом выстроить вот такую вот горку и украсить свою кухню. Хотите, возьмите кастрюлю большую. Нужна поменьше, пожалуйста. Выбор есть. Дорогие друзья, здесь еще многослойное капсульное дно и прекрасные нержавеющие клепанные ручки. Кстати, Оль, я хочу тебе показать еще одну прекрасную вещь. Ковш я уже тестирую, вы видите? Ковш. Что мы готовим? Итак, что мы здесь мы готовим настоящие карамельные яблочки. Да, груши. А теперь внимание, груши. Десерт, да, совершенно верно. А теперь внимание на экран, дорогие телезрители. В качестве, для того, чтобы я хотел показать, взгляните, вот карамель. Взгляните, пожалуйста, мы тестируем нашу прекрасную посуду. Температура 150 градусов. Так. Здесь у меня готовятся запеченные овощи.
Я ничего не понимаю. Подожди, кастрюля в духовке? Да. Разве это возможно? Разве это вообще можно делать? Совершенно верно. Здесь можно готовить абсолютно все, уважаемые телезрители. Это 12 предметов, где можно запекать, где можно тушить, где можно отправлять в духовой шкаф, потому что великолепную форму для выпечки, форму используют для вот выпечки. Вот это да, вы представляете, вы можете готовить первое блюдо, второе, компот, вы можете даже запекать в духовке. Для меня это сюрприз, даже у меня в голове не укладывается. В обычной кастрюле из нержавеющей стали запечь в духовке да. потрясающие овощи. Вы можете готовить разнообразные блюда. Вы знаешь, обычно мы готовим ну, практически одно и то же. Да? Совершенно верно. У нас наши домочадцы уже привыкают к одному и тому же. Но вы можете жить вкуснее. Вы можете наслаждаться вкусом жизни. Вместе с Шоп-н-Шоу. Совершенно заказывайте набор посуды, готовьте с удовольствием.